У вас все время тянет на репрессии. Хорошо. Я считаю, что Сноудена надо посадить пожизненно, вы пишете. Зачем он нужен? Предатель. Перебежчик. Кого он предал? Свои спецслужбы, где он работал. Он заключил контракт. Работаешь, не нравится фирма, уйди. Пошел вон. Если ты работаешь в фирме, крадешь секреты, продаешь, и ты хочешь, чтобы тебя на руках носили, ты предатель, Сноуден. Когда это вот сегодня, этот, как его, второй-то, недоумок. Из Викиликс, который. Вот, Магнайт, как его. Не помню. Ага. Почти как менингит. Ага. Какое-то название дурацкое, имя его. Василий, как его зовут? Вот, который 90 лет ему обещают дать. Мэнинг. Мэнинг. То есть он же, дают ему 60 лет сейчас. А Сноудену тоже 60 лет. То есть со всеми предателями обязательно. Размазни не должно быть. Он предал интересы США. Я США ненавижу, но я схожу из того, что это предатель для США. А США-то вы за что ненавидите? Там есть смертная казнь, кстати. Они ведут борьбу только против нас. Все арабская весна, революции против нас. Ой, я запутался. Против значит, нас. США ведет борьбу против нас, только. Сноуден против Америки, значит, он тогда с нами. Что за дурацкая логика? Он как? Нарушил. Математическая. Он нарушил, он предатель. Так. У всех предателей, где бы они ни были, в Грузии, в Америке, у нас, должны наказывать жестоко. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».